Здорово, народ! Продолжаем карьеру за Баварию. Сегодня у нас матч против Гамбурга и ответный матч Лиги Чемпионов против Олимпиакоса на выезде. Сейчас у нас матч против Гамбурга на выезде. Посмотрим турнирную таблицу. И выглядит она у нас вот так. Бавария находится на первом месте, но у нас на 4 матча больше, чем у Хоффенхайма. Гамбург идет на 3-м месте и видим, что очки им очень нужны. Поэтому сегодня ожидается очень интересный матч. Ну, в общем, давайте начинать. Все как всегда, по традиции, настройки. 3 минуты звезда, выбираем формы. Будем играть мы на выезде в красном. Гамбург будет играть в красно-белой в своей форме. Ну, в общем, поехали. Один из самых интересных стадионов в нашей игре. Очень похож он на стадион, который является в реальной жизни стадионом Гамбурга. Ну а мы начинаем. Первый штрафной удар в матче. Сразу будет опасно. Удар. И счет матча открыт. Вот такой вот удар со штрафного товарища под названием, под фамилией Чалхан-Оглу. Да, в 2014 году он выступал еще за Гамбург. И счет матча открывается 1-0. Вот такой вот штрафной удар. Знал, что я знал, что будет непростой матч сегодня. Вот так вот Гамбург быстро открывает счет. 1-0. Тиаго. Левандовский. Химик. Алаба. Каман. Не удается пока Баварии перевести мяч на половину поля Гамбурга. Вот еще одна опасная атака. Удар 2-0. Ой-ой-ой. Ну, сейчас все совсем серьезно становится для Баварии. Вот так вот пропустили мы тут вот такую атаку Гамбурга. И не выручил Нойер. 2-0 проигрываем. Кто бы ожидал бы. Левандовский. Пошел сам Роберт. Удар. Еще становится 1-2. Левандовский забивает сегодня свой первый мяч. Надеюсь, он будет не последний. Но тем не менее уже попроще будет. 2-1.
Немножко охладил, да? Забитый мяч этот. Был товарищ из Гамбурга. Боатенг, Тиаго, Боатенг, Тиаго. Левандовский. Пошел сам Роберт. Отличный момент. Удар. Опасно, но не точно. Вряд Бавария. Потихонечку выравнивает игру матча. Нойер, вернее Мюллер. Левандовский. И сейчас будет перерыв, да, перерыв. 1-2. Проигрываем пока мы Гамбургу. И второй тайм. Мюллер идет сам. Идет сам. Нет, не дали ему. К сожалению, для него пройти ему дальше. Опасно. Опасно, но не точно. Хорошо, сейчас защитники Баварии сыграли в защите. Тиаго, Левандовский, Мюллер, хороший проход. Удар. 2-2. Вот так вот Бавария выходит пока из трудного положения, проигрывая 2-0. Мы сравниваем счет. Вот такой вот пас. И Мюллер в этом моменте не подкачал. 2-2. 54-я минута матча идет. Хороший момент у Баварии. Удар. Ну сейчас вратарь Гамбурга спасает от третьего пропущенного мяча. Видно, что Бавария сейчас очень сильно прибавила. Химик. Прям сильно-сильно прибавила. Но контратаки Гамбурга могут быть опасны. Алаба, Горецка, Мюллер. Опасно. Пас идет на Левандовского, но защитники. Гамбурга на месте. Вот сейчас может быть опасно. Еще один момент. Удар. Штанга. Повезло сейчас Баварии. Такой момент. Ну вот сейчас сразу атака Баварии. Ну не точно. Не точно действовал здесь Мюллер. Левандовский. Пошел сам. Ничья 2-2, напоминаю. Которая, наверное, устраивает Баварию и не устраивает Гамбург совсем. Да, тут за третье место у Гамбурга идет борьба. Нужны им очки. Мюллер. Пошел Мюллер сам. Отличный проход. Эх, эх. Некому здесь было поддержать данную атаку.
И если не произойдет ничего ординарного, нас ждет сегодня ничья. Да, 2-2 заканчивается этот матч. Вот статистика матча. Ну, видно, что прям вообще все показатели практически ровные. И поэтому ничья в этом матче закономерна. 2-2. И сейчас мы... И у нас ответный матч Лиги Чемпионов против Олимпиакоса. 2-0 мы победили в первом матче. Сейчас нас ждет второй матч на выезде. Давайте его начнем. Будем играть вот в такой форме. Настройка, 3 минуты, звезда. Поехали. Сразу футболисты Баварии в атаке. Удар, опасно, но мимо. Это был Левандовский. Удар. К сожалению, выше ворот. Тиаго. Мюллер, удар. Но пока Бавария просто превосходит. Да и в скорости, и в движении. Греческий клуб. И пока у Олимпиакоса ничего не получается. Буатенг. Тиаго. Мюллер. Нет, пас неточный получился. Опасная атака. Вот только так защитники Баварии разряжают обстановку. Опасно? Нет, не опасно. Ну, сейчас Олимпиакос начал атаковать в этом матче. Напоминаю, 2-0 был сыгран первый матч. Неточный пас, 0-0. 23-я минута матча идет. Левандовский. Неточно. Но вот сейчас нет, опять не точно. Пока в центре поля проходит данная игра. Без особых моментов. Напоминаем, Олимпиакос надо забивать 2. Ну а Баварии эти 2 ни в коем случае нельзя пропускать. Но вот сейчас Левандовский пошел сам. Смотрите, какой проход. Отличный момент. Удар. Нет, не случился удар. Но было очень опасно. Может быть, сейчас? Нет. 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 Вот сейчас было уже похоже на опасность. Но, однако, мимо. И на этом первый тайм у нас заканчивается. 0-0. Вот статистика первого тайма. Продолжаем разговор. Мюллер.
Сделаем мы сейчас замены. Выпустим Икарди, Мбаппе. Посмотрим, что дальше будет. Вот хороший пас, но не точный. Не точный, к сожалению. Да, вот такой вот неинтересный, вроде кажется, матч. Но если сейчас Олимпиакос забьет, интересно станет 100%. Опасно. Нет, не опасно. Химик. Ой-ой. И офсайд. И сейчас будут замены у нас произведены. Поменяли мы нападение. Посмотрим, что будет дальше. Мбаппе нет. Не дали Мбаппешечки оторваться от Олимпиакос в атаке. 0-0. Опасно. Но не точно. Дворецко. Вот сейчас чувствуется, что Олимпиакусу надо забивать в этих матчах. В этом матче, вернее. Ну, вот так вот. По-простому вынесем мяч. Удар, но как не точно. Ну вот, хорошая атака может получиться у Баварии. Да, удар, конечно, оставляет желать лучшего. Кто это был? Это был Марио Икарди. Да. Да, резко. Карди. Пошел сам. Тиаго. Снова Тиаго. Удар! И мимо. Ну, сейчас могли забить футболисты Баварии, но они этого не сделали. Но, тем не менее, поздравляем наш клуб с проходом дальше. Сейчас мы посмотрим, кто у нас там попался. Ну и спасибо Олимпиакосу за игру. Достойно они смотрелись на фоне Баварии. Здесь у нас объявлен состав. Следующий матч у нас будет против Ганновера дома. И сейчас мы посмотрим, на кого попали мы в Лиге Чемпионов. Сейчас мы это увидим, соревнования. И видим, что мы попали на Лиль.
И вот другие. Манчестер Аякс, ПСЖ, Ред Булл, Зальцбург, ПСВ, Боруссия, Дортмунд. Вот такие составы в четвертьфинале Лиги Чемпионов. А на этом пока все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылки на все это в описании. И всем до новых встреч!